Вот, приехали навестить рыбов. Сегодня начало, ну, в общем, начало декабря. Стоят морозы до минус 15 по ночам, днем около 10. Проруби мои замерзли. Какая-то движуха есть. Вот. Слышно, как шумит воздух в трубе. То есть он подается туда под лед. Но выхода нету. Сейчас проверим толщину льда. Так, сейчас попробуем. На лед что-то не хочется идти с берега. Толстый. Неожиданно, может, он будет рядом с поплавками потоньше. Ничего себе. Эх, третьей руки, как всегда, не хватает. Ой, воздух булькает. Они пузырьки спасительные для рыбки. Вот по этой трубочке подогреваются, но, видимо, не очень сильно подогреваются и закачиваются под лед. Надо будет проверить второй аэратор. Так. Вот и он. Так. Ух ты! Рванем. Ух ты! Тут чуть покрепче даже. О, нет. Вполне поддается. Ух ты! Не шибко толстый, сантиметра 3. О, рыхлый довольно. То есть, наверное, воздух все-таки найдет для себя выход. По-любому. Я путевая. Мимо. Так, ну что там? Булькает. Есть пузырьки. Отлично. Да. Вот такая вот картина маслом. Да. Зима только начинается. Так, сейчас попробую пробить прорубь в сторонке. Посмотрим, что на льда. В общем-то, сантиметров 10
15 уже есть, ближе к 15. Вот это вот разобранный мостик, деревянный настил мы с него сняли, зимует.